Эффективно использовать рабочую технику, создать межхозяйственные кооперации по целевому назначению, распространить опыт работы – эти и другие указания дал руководитель региона Егор Борисов правительству Якутии и Министерству сельского хозяйства. В селе Тумол Мегино-Кангаласского района прошло совещание по вопросу финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, участников программы финансового оздоровления скотоводческих хозяйств республики. Руководитель региона отметил, что следует понимать, ведение сельского хозяйства на территории Якутии – это, с одной стороны, традиционное занятие, а с другой стороны – это экономическая деятельность, которые между собой должны сочетаться. Также должны создать условия самообеспечения жизнедеятельности людей, которые живут в сельской местности. И добавил, что сельское хозяйство остается главным направлением. Сельхозтоваропроизводителями ставились вопросы, чтобы на местах создавались вот заготовительные предприятия. Значит, в этом плане мы их предложения рассмотрим с точки зрения безубыточности этих создаваемых заготовительных организаций, с точки зрения наличия материально-технической базы. Эти вопросы будут рассмотрены. Конечно, для того, чтобы обеспечивать объемы, повышать объемы заготовки молока, для того, чтобы расширять, значит, ассортимент выпускаемой продукции, нашим министерством, значит, предоставляется государственная поддержка. Например, вот только в прошлом году за счет средств государственного бюджета мы направили на укрепление материально-технической базы наших заготовительных предприятий нашей республики более 400 миллионов рублей.